В местах повышенного риска распространения коронавируса проверка масочного режима обязательна. Автобусы, трамваи, троллейбусы, замкнутое пространство с большим количеством людей – идеальное место для вируса. Поэтому общественный транспорт проверяют прежде всего. Убедительная просьба пользоваться средствами индивидуальной защиты. Девушка, оденьте маску, пожалуйста. Товарищ водитель, напоминаю вам не начинать движение по маршруту, если у вас пассажир без средств индивидуальной защиты. За несоблюдение правил предусмотрена ответственность. За первое нарушение граждане получают предупреждение, а вот за повторное – штраф. В первую очередь сам водитель должен быть в маске. Он и за эпидемиологическую обстановку в салоне отвечает и показывает пример пассажирам. Отслеживают нарушителей теперь и по камерам видеонаблюдения на трассах и автодорогах. Если водитель едет без маски, то это зафиксируют камеры. Центром организации дорожного движения по навигационной информационной системе ведется дистанционный контроль фактов нарушения. И с помощью фотофиксации эти нарушения фиксируются. И с начала года уже более 100 уведомлений с фактами нарушений направлены перевозчикам. Подобные рейды в Ульяновске проходят регулярно во всех районах области. Их цель не запугать или оштрафовать, а напомнить о необходимости ношения маски в общественных местах. Насколько регулярными будут такие мероприятия, зависит от самих ульяновцев. Но, к счастью, пассажиры без масок – явление, которое встречается все реже. Также участниками мониторинговых групп и волонтерами проводятся профилактические беседы и раздаются средства индивидуальной защиты, маски пассажирам общественного транспорта. Стоит понимать, что без маски человек может потерять не только деньги, но и здоровье. Берегите себя. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.